Друзья, в продажу поступил Ford Focus 2015 года, выпуска в сером цвете. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 1,6 литра мощностью 125 лошадиных сил. В фаре с двигателем стоит робот, сам авто на переднем приводе. У автомобиля два владельца, оригинальный ПТС, отличное техническое состояние. Сам авто без ДТП, на автомобиле подтвержденный родной пробег. Литые диски. Имеется подогрев передних кресел. Сам салон ткань, комплект резиновых ковриков. Все 4 стеклоэлектроподъемника. Коррекция фар, противотуманные фары, электрорегулировка зеркал, мультируль, штатная мультимедиа, двухзонный климат-контроль, подогрев руля также имеется. У автомобиля установлена сигнализация, приезжайте, смотрите, забирайте.